Хрустящие огурчики по-корейски получаются очень вкусными и свежими. Это блюдо прекрасно подходит как и к праздничному столу, так и к ужину в кругу семьи. Для начала небольшие огурцы разрезаем пополам, делим на 4 части, солим и убираем, чтобы с них стек лишний сок. Далее отрем на терке морковь соломкой. Соломкой нарезаем болгарский перец цветной. Также соломкой режу зеленый лук. Мелко режем красный перец чили. Измельчаем чеснок. Готовим заправку к салату. В миске соединяем соевый соус, рисовый уксус, растительное масло, тростниковый сахар, соль. С огурцов сливаем образовавшийся сок. Соединяем все овощи, заправку и поверх посыпаем поджаренным кунжутом. Перемешиваем и даем салатику немного времени на пропитку. Я думаю, всем придется по вкусу такой простой рецепт. Попробуйте. Приятного аппетита!